они очень профессиональны, они тактичны, они терпеливы, они знают свое дело. И они настроены на то, чтобы принимать людей, чтобы им помогать. Хочу сказать от себя лично, что, конечно, мы всегда думаем, что это где-то будет с кем-то, не с нами. Но это случается вот внезапно. Я заболела внезапно. Я даже до сих пор не знаю, где это могло бы случиться, но это случилось. Болезнь очень коварная, она очень жестокая, жесткая. И она пришла в наш мир, чтобы просто нас уничтожить, людей. Но у нас есть профессионалы, у нас есть доктора, у нас есть отделения, которые людям будут помогать справиться с этой болезнью. Конечно, я очень надеюсь на то, чтобы скорее бы ученые нашли бы это лекарство, эти вакцины, и людям бы помогали. Но самое главное – это бдительность. И всем говорю, что, пожалуйста, будьте бдительны. Если вы не хотите сиротить своих детей, своих близких, просто заботьтесь и думайте о себе. Ну вот так. Смотрю, когда мы общались, я видел, по сути, безжизненные губы и глаза, я понимал, что все это сложно. Вот это мы вместе в отделении говорим, за першотравенцев говорим. Я говорю, можно там потратить? Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, ну будем ждать, пока вы будете выздоравливать. Слава Богу, это время пришло. Илья Анатольевич.